И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи ваш доктор Эгман Работник, он же Альберт Вескер. И сегодня мы продолжаем проходить Sonic Generations. Отправляемся. В прошлый раз у нас с вами был GTA-шный дрифт от Соника в сочетании с Звездой Смерти. Если вдруг не смотрели, пересмотрите, ребят. Рекомендую, очень веселый эпизодик вышел. Так, ну а сейчас мы с вами продолжаем. Кольцем будем собирать, понятное дело, на стримах. Так, это Дефробот. А это местная городская застройка. Так, Крым у нас разморожен, значит, получается, верхушка уже открыта. Давайте же ею займемся. А, нет, они закрыты. Все, ясно. Они закрыты. Они не будут открыты, пока мы все не пройдем. Кстати, Крим, что ты нам скажешь? Используйте дрифт для обхождения углов. Плюс к тому это смотрится так классно. Ну, согласен, но дрифт реально неудобен. Весело, но неудобно. Даже я знаю этот склон. Ты помнишь этот склон? Я да, и ты тоже. Даже если тебе только тут вчера родился. Привет, Руш. Давай твою задницу вытаскивать. Так, акт второй без понятия, как играть. Только давайте сначала с первого акта начнем. Неизвестность. Так, хорошо. Классический ёж, значит. Парковая зона. Так. Ну там можно было допрыгнуть до чего-нибудь. Так. Давайте-ка еще раз, тогда начнем сначала. Во-первых, мне, кстати, музычка нравится. Очень такая бойкая, хорошая. Давай-давай, ёж. Ага, вот оно. Чисто сюда просто попадает. Так. Давай. Да ладно, ёж, я верю, что ты можешь. Давай, давай. Вот. Я перестарался. Ну ладно, бывает, бывает. Это робот Иган, если что. Я хотел понять, что это за робот, но там стоит. Я не мог никак понять, это робот доктора Эггмана или же это все-таки Ган. Но все-таки да, это Ган. Это Ганы. Так, походу они меня с разных сторон хотят кружить. Ой, да ладно! Нет, не будем пробовать. У меня по ходу жизни кончились, да ведь? Я угадал? Ну, реально, необычная платформа, но мне нравится визуально. А, все жизни со мной, хорошо. То есть это просто апгрейд на попытки получается такой. Давай, ёж. Вот. Так. Вот так.
Давай, будь... А почему ты не прыгаешь? Это нормально. Так. Немножко странно. А, подождите. То есть, если я начинаю еще и сначала жизнь лишать, только сейчас заметил этот факт. Я-то думал, это... Обходочка такая, а? Нет, нет. О, здрасте. А давайте по низу пройдем. Может, реально что-то интересное будет? Я как бы дошел короткий путь с одной стороны. Да, я нашел короткий путь. Я шел просто по другому пути все это время. А так-то я могу найти обходной. А там еще колечко. Ай, зараза ты гребаная. Ну ладно. Главное, мы знаем, где что находится. О, черт, бегом, бегом, бегом. Гребаный грузовик хочет меня сожрать. Ладно, я хотя бы еще жив. А это какая-то обходочка, так смотрю. Так. Давай еще раз, они должны вернуться. Да ладно. Так. Должен признать, реально сложный уровень. Привет, грузовичок Ган. Ой, да ладно. Ой. Я так хотел забрать это колечко. Так. Может, получится, кстати. Хотя бы одно кольцо да заберу. Оно что, спятило? Оно спятило. Этот грузовик с ума сошел. Надеюсь, он сейчас не выйдет на меня. Если я так сейчас разгонюсь. Так, попробую сейчас забрать кольцо. Тут нужно реально просто на скорости реагировать очень быстро. Тут чисто нельзя бояться. Тут чисто нельзя бояться гнать. Давайте попробую. А, мне не дадут залезть, да? Да, я заберу. Ладно, не дают. И чё с ними? Уху! Теперь вы что, скейтбордисты, что ли? Есть.
нас был скейтборд теперь. Ты больной, что ли? Да этот... Они что вообще творят? Так, ждем. Пусть сначала снесет. Я по восстановленной пройдусь. Там у них даже их же робот в шоке от происходящего. О, нет! Спасайте! Спасите! Спасибо, колонна, ты спасла мне жизнь. На всякий случай, если будет хороший бонус. Бонус нам дали на Сашечка. Игра я пожалела. Кадр был, я заметил. Мы с вами два кольца нашли. Еще одно я видел. Я видел еще одно. Но добраться до него никак не мог уже. Но два забрали хотя бы. Тоже нехороший результат. Зона острова Ангела. Музычка появилась. Вы получили картинку 18. Мне интересно, что будет за классик, за современным Соником. А, подождите, я знаю, что там будет. Там будет еще хуже. Погнали. Да. Погнали на скейтбордика. Грёбаная гана. Слушайте, ребят, я не знаю, что я тут делаю. Это просто имба. Слушайте, я на этот уровень еще раз перепройду чисто из-за того, что он мне нравится. Ой, видим, баб, мне нравится, реально. Так, еще один, по-моему, должен был быть робот. Тут пусто. Надо было, конечно, туда как-нибудь попасть, ну да ладно. А может получится, кстати? Нет, не получится. То есть только на этих реагировать. Так, а здесь могу? Да, могу, конечно. А чё я не могу? А чё не могу? Так, отлично. Ёжик ломает лавочки для старушек. Так, слушайте, мне нравится зона-то, это полноценная парковая область. Это, по сути, сражение с Ган в открытом поле. Слушайте, мне нравится. Слушайте, игра прекрасная. Знаете, я сейчас отчасти могу понять людей по форсам.
но только из-за Generation, потому что, опять же, но с другой стороны, не будем забывать, что все-таки, что Generation, что Форсы, это, ну, разные типы игр. Одна платформер, другая смесь платформера и открытого мира. Как бы это немножко разные вещи. Но по качеству у Generations реально хороша. Теперь я даже боюсь представить, что будет, когда они выпустят переиздание. О, сейчас будет. О, колечко, привет. Так. Погнали. Ю-ху. Стоп. Опять открытое пространство. И ёж опять сносит все. Ёжик ломает скамейки. Нарушитель спокойствия — синяя угроза. Он ломает скамеечки. Он сносит все скамеечки. Синяя угроза, угроза нашему обществу. За славу Империи Эгмана, чтобы все скамейки были на местах. Вперед! А, гребаная зараза! Бегом, ёж! Бегом! Бегом! Бегом, ёж! Бегом! Спасите! За мной гонится гребаный ежиный маньяк механического толка из человеческой цивилизации! Мне колечки нужны. Мне нужно одно кольцо, спасибо. Давай, ёж. Как? Как ты можешь ехать? Это что за безумие? Я смыло! Это что за форсажная серия? Бонус, пожалуйста. Спасибо. Руж, давай просыпайся, я хочу тебя озвучить. Нет, только не мои изумруды! Ой, спасибо, здоровяк. Впервые в жизни я... не я, а меня похищают. Ну, неплохо. Тот, кто перенес нас сюда, кто он? И какие цели он преследует? И есть ли у него изумруды хаоса? Вышло неплохо. Ну черт, уровень такой веселый. Мне даже реально хочется его попробовать еще раз пройти. Но давайте сначала откроем все. Уровень реально веселый. Так, ну это Эспио, да, получается? Нет, давайте еще раз. Хочу попробовать его еще раз. Чисто для себя. Хороший уровень. А главное, здесь уже как бы все записано у нас. А значит, можно не париться. А ну вперед! Не понять бы, что считается за ашку. А, у меня это... А у меня ашка-то и есть, так это...
читал. Ой, давайте сначала. Я хочу попробовать залезть туда. Хочу попробовать залезть туда. Мне интересно посмотреть, что там. Давай, Ёж! Ладно, не получится. Но я хотел попробовать туда запрыгнуть. Там я, кстати, увидел еще кольцо одно. Мне нравится, что Соник может вот так вот спокойно ездить. Реально даже немножко. Вот здесь надо попробовать реально. Так. Вот тут попробую сейчас залезть. Реально очень веселый уровень. Мне прям реально нравится он. Здесь может быть что-то спрятано. Опять же. Но походу нет. Чисто уровень для скоростного прохождения. Но мне реально нравится, как уровень вообще в принципе сделан. Реально очень красивый уровень. Мне прям нравится. Так. Почему тут реально такой хорошо проработанный город с точки зрения построения грамотно сделанный. То есть все продумано, не слишком много кафешек, все прямо удобно, приятно. Это реально хорошая игра для отстройки полноценных городов, я бы сказал бы. Мне особенно нравятся роботы Ган. Вот, кстати, только вот этот мне не нравится. Он слишком меня тревожит. Бегом, бегом, синяя угроза. Давай, бегом, синяя угроза. Какую будешь применять, ясно? Ой, достал меня. Вот забавно, они даже используют ракетную тягу, чтобы догнать ежа. Ракетную, мать, вашу тягу! Но сейчас не догнали. Насколько сейчас прошли успешно? Вот теперь мне этот уровень еще больше нравится. Вот этот хороший ракурс. Я хотел заснять его, как он лежит себе, полеживает.
Это полное безумие! Руш! Молодец, получил ранг С. Никогда не думал, что это можно сделать так шустро. Спасибо. У нас двое зовут Хаус. Можем сходить с Тейлсом и тобой на группу вечерку. Черт, Эми. Хотя Эми тоже можно взять. Кстати, тут сколько всего? По три под уровня дается? Да, по три под уровня дается. По три под уровня. Ладно, отправляемся теперь тогда сюда. На всякий случай вырублю. То мало ли будет какая. Будем спасать Эспио. Стоп. А, почему-то не хотел запускаться. Ну ладно, погнали. Сначала за Велкова. Когда ты запрыгнешь на вентилятор, взлетаешь ввысь. Вы только посмотрите, какая красота. Так, я хочу это зафоткать. Вот так вот. Буду включать-выключать камеру. Вообще, давайте я тогда... Сейчас пока без камеры, потому что реально очень красивый под уровень. Так, ты можешь идти по другим путям. Здесь есть секретные пути. Спасибо, это я понял. Это приятно. Хотя бы глотнули воздух. Так. Так. Реально, место очень красивое. Хотя, в принципе, я сразу буду обрезать или что там делать дополнительно. Так что да. Пойдем под водой. Давай, Ёж, ты можешь. Слушай, ты прямо реально... Да понял, что здесь не хватает кислорода мне. А что я поделаю? Не успел. Ну, зона реально очень интересна. Ну, здесь только торопиться придется. Еще и батник. А там еще кольцо. Да понимаю, что... Есть жилы. Но разработчики не могли не сделать уровень без точки доступа кислорода. Я просто поторопился. Решил сделать все быстро. Вот и... Спокойно. Кислород со мною. Ауч. Там какая-то еще пушка. Слушайте, батник, кстати, такой хороший. Добротный. Огонь с огородей! Спасибо, касатка. Там было, кстати... Там было колечко. Это, походу, если бы я вот с первого полез бы, тогда бы вопросов не было бы. Подождите, тут касатка? Бля, это значит, что нас будут жрать. Все же помнят про легендарную касатку Касаткину. Хочу разогнаться и прыгнуть. Походу не дадут. Я хочу колечко тут забрать, потому что я его увидел.
Да, походу не дадут, ну ладно. Будем пользоваться тем, что имеем. Красота. Реально, тут такая красота, ребят. Такое не зафоткать. Реально, посмотрите, какая красотень. Ой, слушайте, я будто попал в свою собственную анимацию, связанную с Атлантидой. Тут еще гигантские черепахи есть. Давай, давай, давай. Так. Спасибо, касатка. Так, хотя бы глотнул воздуха немножко. Огонь из всех орудий! Старая добрая канализация. Да-да-да-да-да. Отлично. Ну да, это старый... В общем-то, получается, это... Всем старые известные зоны. Из мании, но... И... В общем, запомните успех успешной игры. Ну вот сюда. Как? О! Они тут по несколько штук, что ли? Ладно. Мне понравился мужчина. Вот скажите, как мне сделать арт-заставку, чтобы впихнуть в нее этот шикарный вид плюс гребаный гигантский автомобиль смерти? Ой. Слушайте, эпизод будет реально, блин, муторный на головную боль. Владер от заставок. Ну, я думаю, еще будет веселее здесь. Погнали, пока я еще могу. Прыжки от стенки к стенке будут нужны в очередном акте. Показать инструкцию? Да, покажите, пожалуйста. В общем, это психонавты, ясно. Психонавтов точно такая же была механика, в абсолюте. Во-вторых, психонавт точно, по крайней мере, я точно это помню. Ну и в Ларри Крофт. Это везде. Вперед! Давай еще раз. Так. Отлично. Слушай, тут реально шикарные виды. Так. Пока не торопимся, не торопимся. Да, Соник это проспе... Да вы издеваетесь. Вот так вот.
Так. Да, я заберу. Спасибо. Слушайте, уровень реально шикарен. Мне нравится. Запрыгни на эту панель и ухватись за нее, а потом прыгни и продолжай движение. Так, давай еще раз. Вот. Так. Иди гуляй. Я уже два кольца дошел. Я даже не знаю, кто сложнее, классика или современная. А если они тут бегают параллельно? То есть представьте, один просто бегает с другой платформы, а этот с другой. Да. Иди сюда, пожалуйста. Слушайте, ребят, локации сами-то по стилю своему, они же взяты откуда? Правильно, они взяты из... ну, для меня в данном случае, они же... взяты не просто так, а из Sonic Racing, так ведь? Ну, для меня в данном случае конкретно. Да, сейчас будут говорить, что это не Sonic Racing, это наоборот Sonic Racing отсюда взял. Да, 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 но... понимаете, что могли бы добавить в Sonic Racing? Дополнительно, кстати, взяли под черепаху. Ну, ладно. Реально здоровские маршруты придумали. Всегда иди боком. Никогда не иди правым. Не иди левым путем. Ой-ой-ой, так. Оу. Ладно, мой косяк. Так. Ау! Я сейчас всех жизни полишаюсь. Но уровень реально красивый. Не могу не оценить эту красоту. Так, спокойно, Ёж. Это он сейчас просто коснулся ее и улетел. Все, мы сохранились прекрасно. Тут дрифт. Так, а тут что мне делать? Так, хотя бы добрались. Так, давайте я сначала разберусь, что да как и с чем едят на этом пляжике вашем. Может, тут есть альтернативный путь или какая-нибудь тайная полосочка передвижения, нет? Нет, ну а мало ли, все же может быть. Так. Даже немножко подлагивает, конечно, но вполне себе терпимо. Да ладно! Ну, конечно, попробую сначала. Реально, хороший под уровень. Мне прям нравится.
А там что? Так, ну, я помню, что вот по одну сторону. Так, да. Нет, лучше по эту сторону. Там хотя бы я кольцо сразу заберу. Я про него точно знаю. Значит, нам проще будет. Так. Вот оно. Это я заберу, спасибо. Реально, шикарный уровень, мне прямо нравится, реально. Грабанная стрекоза местная. Чао, что ты летаешь? Так. Зараза. Так. Так, не сюда. Альтернативная пушка, да? Ну, погнали! Ю-ху! А, сюда. Ну, хотя бы сюда, на том спасибо. И заметьте, тут была еще одна, кстати. Там была еще одна... звездочка. Ну, либо впереди она будет, как говорят, я уже не помню точно. Нет, по-моему, она... А, нет, она здесь была. Зараза. Я слишком торможу. Вот надо просто... Надо... Надо чисто веселиться, чисто двигаться, и никаких проблем не будет. Давай, есть. Чего? Чего ты не атакуешь? Вот. Так, ждем. Вот. Реально. Зона такая хорошо проработанная. Визуально грамотно сделанная, за что прям вот огромный респект. Опять упал. Где я начну? Видимо, какая-то зона воз... Так, стоп! Слетело! Слетело управление. Бывает такое тогда... Бывает такое, но, в принципе, я к этому уже привык. Я, в принципе, относительно к этому привык, но, ладно, будем считать такой... С другой стороны, это такой повод еще раз походить в этой зоне. Она реально красивая. Я не знаю, почему мне такие зоны очень нравятся. Видимо, походу, гавайский стиль — это мое. Давай, есть. Давай, Ёж. Вот так вот. Вот это какое-то кольцо я говорил. Вот про это комбо я говорил. Ну, хотя бы забрали уже в этот раз. Все нормально, все спокойно.
О, гигантские касатки. Вот так, сразу наверх, пожалуйста. Да, многие говорят, что ты другие пути не берешь? А зачем, если есть естественный адекватный путь разработчика? Потом можно изучить карту потихонечку в разных местах, если будет интересно. Хотя в данном случае мне уже интересно, что тут они вообще-то придумывали. Тем более, я смотрю, тут какой-то еще альтернативный путь есть. Ладно, давайте вот в этот раз по этому пути пройдемся. Уж не знаю, что этот путь мне лично сейчас даст. Можно было идти по центральному, ну ладно. Так, давайте тогда пойдем вот тот путь. С ним я в свое время особо не работал, но интересно посмотреть. Уху! Ёжик летает! Иди гуляй. О, а там внизу жизнь. А, нам в любом случае сюда. Ну, здорово. Ой! Ладно, хотя бы жизнь забрал, уже хорошо. В общем, идем по тому пути. У нас бесконечные попыток теперь. Эй! Что за? Ну-ка, не подставляй меня, игра! Ты меня издеваешься, что ли? Опять! Ладно. Как говорится, мы хотя бы можем насладиться этой реально красивой картой. Плюс мы о ней уже много чего знаем с вами, разве нет? А значит, можем все пособирать быстренько. Сюда я заберу эту красоту админ. Так. Да. Так. А, кстати, можно было еще поверх лететь. О, неплохо. Два. Слушайте, я так и... У нас, получается, трюкач еще какой-то. Ёж-то оказался. А сейчас попробуем, кстати, средний путь попробуем взять все-таки. Давай, два. Так. О, вот это что-то новенькое. Вот это да. Вот чего-чего, а такого я не ожидал. Даже любопытно самому стало. Реально мне любопытно стало. То есть я нашел альтернативный путь. Я даже не ожидал, что здесь будет она. Вот она у нас, оказывается, где. Так, пусть пока вот так стреляет. Вот так вот.
Так, пройдемся. Вот. Слушайте, мы находим с вами альтернативные пути даже сейчас. Даже вот эту тут дорожку, которую мы с вами видели. Так, какую взять? Скоростниковая. То есть тут еще и выбирать приходится. О! Team Sonic Racing! Вот это да, товарищи! Это Team Sonic Racing! Жалко машинку, конечно, но с другой стороны... Мы с вами добрались, наконец-то, через этот перевал Киндукуш. Лучше сюда спущусь. Мне спокойнее будет. Так, а как мне туда залезть? Можно? Отлично. Можно открыть дверь? Или мне тут альтернативный путь надо искать? Наверное, скорее всего, альтернатив какой-то, полагаю. А, достаточно сломать. Так, даже у меня сейчас немножко проседает, ребят. Это, видимо, из-за воды все-таки, я так полагаю. Улетаем. Так, и что мне делать? Так. Нужно как-то умудриться сюда запрыгнуть. Вот. Ой, жизнь получили неплохо. Так, все, это Team Sonic Racing. Спасибо, касатка. Ты хороший друг. У классика лучше было. Фоновая. О, привет, касатка. Как жизнь, как здоровье? Да шикарно. У-ху. Ну, я думаю, более-менее становится понятно, что происходит, и хорошего малого. Когда эта штука проходит сквозь время, пространство разрывается на части, в результате чего остаются пустые мертвые зоны, что отправляют в этот странный белый лимб. Когда Соник пробегает сквозь время, пространство исправляется, и ему возвращаются цвета жизни. Когда я думаю, что мы должны бежать, так как будто не будет завтра, иначе завтра не станет действительно никогда. Нужно быть сильным противником, чтобы поймать ниндзя. Будь осторожнее, Соник. Будь осторожен, Соник. Я чую великую вражескую тьму.
Появились врата испытаний, которые будут на следующих эпизодах. Картинка 20, картинка 21, 22, нет, 23. Во-первых, давайте мы сейчас с вами еще раз катсценку озвучим. Мне кажется, плохо ее все-таки я плохо ее озвучил. А, кстати, что у нас на покупку есть? Немного не хватает. По-хорошему жизни надо докупить бы. Запас нам нужен. Ладно, во-первых, еще раз. О! Классик. Я, наверное, буду их еще потом все переозвучивать по нескольку раз. По нескольку раз, но... Вот это давайте точно переозвучим. Ну, для шортс и все такого, давайте. Я думаю, более-менее становится понятно, что происходит. И хорошего малого. Когда эта штука проходит сквозь время, пространство разрывается на части, в результате чего остаются пустые и мертвые зоны, что отправляются в этот странный белый лимб. Когда Соник пробегает сквозь время, пространство исправляется, и к нему возвращаются цвета жизни. Тогда, я думаю, мы должны бежать так, как будто не будет завтра, иначе завтра действительно не наступит. Вот это хороший вариант. Так, хорошо. Ну, остальные... Там все шикарно, трогать их даже не будем. Давайте лучше посмотрим, что нам дали по иллюстрациям. Опять же, Sky Sanctuary концепт. Тоже реально красота. Вот это мне очень, кстати, нравится. Очень красивый такой. Звезда смерти над Санчуари. Написанная карандашом. Реально очень красиво смотрится. Так, ну это телепортационное устройство, я так полагаю. Так, это уже классические пробежки. Есть что-то еще? Нет, больше пока ничего. Так, по музыке у нас там с вами новиночка вышла. Остров ангелов. Ну мы все ее знаем. С нее всегда начиналось по большей степени. Даже с Sonic Mania. Та-та-та. Бонус челленджа. Toxic... Toxic Cave — это моя любимая. Без нее никуда. Кстати, ребятушки! Напоминаю, я провел еще раз тестовое испытание ночью. Моя работает. Я могу спокойно транслировать ее теперь до ПК. Нашел способ, все прекрасно работает, без каких-либо проблем. Звук, видео, все прекрасно. Так что Toxic Cave скоро когда-нибудь там будет у нас... Катрыш пока еще у меня есть. Так, и давайте посмотрим у нас по персонажам. У нас появилась Ружетта. Летучая мышь Руж. Руж — хитроумная и привлекательная летучая мышь, известная как любовница Тейлса. Она охотница за сокровищами, специализирующаяся на драгоценных камнях. Она всегда добивается своего. На первый взгляд, мышь как мышь, однако она куда расчетливее и хитрее, чем кажется, если она даже успела соблазнить Шаббл. Так, и... Хамелеон Эспио. Хамелеон Эспио — ниндзя высокого класса. Для умелого бойца нет преград. Он использует маскировку и скорость против своих врагов. Этот сложный душевный воин является важным членом детективного агентства Хаотиксы. Если кто не знает, это Чарби, Эспио и... единственно выживший из концептов Аллигатор, который изначально должен был быть рок-звездой. А стал детективом. Вот так вот и идет, ребят. Сокращаются срок звезд. Потом будут сказать, что детективом возглавляют собственный агент. Может, что-то потом случится. Если кто-то не в курсе, что я так откровенничал, посмотрите
пятничные стрибы, вы поймете, о чем идет речь. Эх, ну, пятничные стрибы не этой недели, а предыдущей недели. Если точнее, это получается у вас будет 22-й... Стримы с 22-й число. За 20 поддержите их лайком. Ну, а так или иначе, ребят, давайте на сегодня пока закончим. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Слушайте, реально, мне очень понравилась зона. Подведем сейчас пока итоги по ним. Мне отдельно, знаете, что понравилось? Все. Вот следующая зона. Зон, город, City Escape. Ну, формально это Субурби, правильно называть. И особенно Side Hill. То есть зона морских скал. Мне прям очень понравилось. Реально красиво. Кстати, я могу здесь запрыгнуть? Могу. Все, давай, касатка, прыгаем, давай. У-ху-ху. Что ж, ребят, всем еще раз спасибо, кто сегодня смотрел это видео. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. Вот здесь прям выскакивает уже запрос на это. Не стесняемся поддержать лайком. Прямо лайки. Да, знаю, бесит, когда просят, но, ребят, на момент записи предыдущий Sonic Generation собрал всего 2 лайка, может, больше наберется. Но реально хотелось бы, чтобы продвигал наше видео, потому что я хочу поделиться со всеми. И также не забудьте, если вы у нас новичок, посмотрите вот эти следующие выскочившиеся тут видео. Ну а с вами был Доктор Эгман-Работник, он же Альберт Вескер. До скорых встреч, всем пока, удачи и увидимся!